В Государственной Думе за последнее время было три знаковых выступления программного типа. Выступил президент, который призвал все общество к сплоченности для вывода его из кризиса, предложил выйти на мировые темпы экономического развития выше 3%, сплотиться против тех вызовов, которые сегодня объявлены нашей стране. Выступал Святейший, выступал второй раз сегодня, который предложил максимальное внимание уделить тем, кому сегодня сложно и тяжело, женщинам, детям, старикам, униженным, безработным, и одновременно призвал взять все лучшее из тысячелетней истории России, из Святой Руси, России державной и советской справедливости. Три лекции блестящих прочитал наш Нобелевский лауреат Жорес Иванович Алферов, лекцию о советском и манхэттенском атомном проекте, который дали толчок очень многим современным технологиям, о власти и науке. И удивительная была лекция по статье, которую Альберт Эйнштейн выпустил еще в 1949 году. Почему социализм? Потому что великий ученый говорил, без социализма мир снова будут раздирать войны и нищета. Я хотел бы ваше внимание обратить на то, что если проанализировать 20 век, то это был век жесткого противоборства труда и капитала. Но мы можем спокойно и уверенно, глядя всем в глаза, сказать, что труд и справедливость и дружба народов породили возрождение в новом облике советского государства своей родины. Труд и справедливость обеспечили нам строительство за 10 лет 6 лучших на ту пору заводов, победу над фашизмом, ракетно-ядерный паритет и прорыв в космос, позволили нам создать лучшую в мире социальную систему, науку и образование. Что касается капитала, при всей его изобретательности, вместе с тем он породил две мировые войны, дикую гонку вооружений и глобалистский проект, который загнал планету в тупик, и мы все это сегодня испытываем. В этой связи перед нашими глазами, анализируя столетия и готовясь к этой выдающейся дате, есть три проекта: советский, новый мир, есть германский, гитлеровский фашизм, и есть американский, рузвельтовский прорыв тоже. Я должен сказать, что советский проект оказался самым эффективным, и все сегодня это понимают. Китайские коммунисты, следуя за советской страной и строя социализм с китайской спецификой, показали за последние 30 лет тоже невиданные темпы экономического роста и развития. Страна избавила от нищеты почти 700 миллионов человек. Я участвую в крупнейшем заседании лидеров азиатских партий, вдруг услышал из уст руководителя Филиппин, а эта страна, как правило, находится под контролем США, и тем не менее премьер-министр заявил, что только за то, что китайские коммунисты вывели из полной нищеты 700 миллионов человек, им следует поставить памятник при жизни. Короче говоря, опыт, уникальный опыт социалистического строительства и сегодня снова востребован. Здесь у нас в стране был любопытный конкурс на имя России. Я отстаивал ленинско-сталинскую модернизацию. И должен сказать, трижды голосовали в интернете, в этом участвовало более 40 миллионов человек, и трижды Ленин и Сталин попадали в первую тройку самых выдающихся деятелей нашей страны за всю ее историю. Сегодня мы должны выбрать новый путь. Новый путь связан прежде всего с обновленным социализмом. Но у нас нет времени на раскачку. Состояние страны критическое. Мы за последние 4 года ВВП уронили почти на 8%. Недополучили 100 триллионов рублей валового продукта, это значит 40 триллионов бюджета, потеряли 3 бюджета. И в прошлом году мы одна из немногих стран, которые сокращали и теряли темпы развития. В целом, если посмотреть на общее состояние,
то оно выглядит не просто удручающе. Научно-технический прогресс, допустим, характеризует внедрение роботов. У нас на 10 тысяч работающих 2 робота, в Китае 36, в мире в среднем 66, в Южной Корее 478. А у нас в ближайшие 10-12 лет не войдет в строй примерно 10 миллионов молодых тружеников. То есть без более эффективного развития производства мы не сдвинемся вперед. Износ основных фондов превысил 50%. Если посмотреть образование и науку, они брошены на произвол судьбы, и мы сейчас все делаем для того, чтобы переломить эту трагическую страницу. В советское время на душу мы выпускали 12 книг, да еще каких. Сегодня выпускают 3 книги, и 2 далеко не лучшего качества. Сегодня советскую страну догоняет Япония, они один из книг производят. Но на эти 3 книги на душу параллельно по 38 бутылок водки выпускается, продолжая спаивать и разрушать нацию. Мы подготовили в прошлом году на Орловском форуме, идя на выборы, 10 шагов достойной жизни. Эта программа разошлась миллионным тиражом. Совет трудовых коллективов, Совет народов страны поддержали нашу программу. Уверен, что она будет востребована. Под эту программу готов прекрасный пакет законов. Все это вместе взятое ложится в основу подготовки нашей партии народно-патриотических сил к столетию Великого Октября. В этом году нам предстоит в марте месяце провести пленум КПРФ в борьбе против антисоветизма и русофобии. Хочу еще раз подчеркнуть, нашу великую державу не взяли ни Наполеоны, ни Гитлеры, ни Батыи, но ее разгромили антисоветизмом и русофобией. К чему это приводит, наглядно видно на братской Украине, которая попала в лапы бандеровцев и националистов. Мы должны, тщательно подготовившись, дать бой тем русофобам и антисоветчикам, которые сегодня вылезли из всех щелей. И одновременно мы готовим свой 17-й съезд, он состоится во второй половине мая. Уже многие руководители левых народно-патриотических партий внесли предложение встретиться на земле Великого Октября и провести целую серию юбилейных мероприятий.